Здравствуй, Каменка. В речке Каменки бьются волны по гранитным стуча как камням. Древними каменными глазами смотрят горы на меня. Это детская песня пионерского лагеря, помню. Ну вот деревня Каменка. Здесь когда-то стояла декорация, вот эта мельница для угрюм реки. Она по весне ушла туда вниз по течению реки. Замечательное место. Река Чусовая. Сороки тут вот что-то набезобразничали. Что-то делали тут они. На 70. Начинаем с самого светлого. Света взяты, теперь полутона. И там такой градиент. Формируем лес. Там же тени. А это нехорошо. Не задерживаться с этими деталями. Уточнить. Вот камушки тут осталось взять. Ну и тут покопаться. Попробую сделать. Вот, и от них фиолетовые. Сейчас еще подойдем, посмотрим, что там Саша Ремезов сделал. Зададим ему несколько вопросов. Он тут стоит. А зачем ты ходишь на этюды? Ты же уже все умеешь и так. Особое состояние, которое позволяет потом в мастерской работать тоже уже совершенно в другом состоянии. Честно. Честно говоря. Провалился. Ужас, ужас. Так что, Саш, 250 килограмм на двоих — это много все-таки. Друзья. Полные видео теперь можно посмотреть на площадке ВКонтакте. Для этого необходимо у себя на странице перейти на вкладку «Сообщество». Далее вам необходимо по поиску найти название нашего канала «Анатомия пейзажа Алексея Ефремова». После того, как вы на него перейдете, вы увидите следующее. Краткая информация о том, как теперь будет происходить выкладка видео и где можно будет его посмотреть, то есть во вкладке «ВК Донат». Для того, чтобы стать подписчиком, необходимо нажать на кнопку «Поддержать», и вы получите предложение подписаться. Выберите вариант оплаты. Мы по-прежнему не рекомендуем подписываться на год. Итак, друзья, вступайте в наше сообщество «Анатомия пейзажа Алексея Ефремова». Подписывайтесь в донаты, и мы надеемся, нам удастся выходить в прежнем формате. До новых встреч, удачи вам, смотрите нас!